Всем привет, я администратор этой группы, и сейчас я вам покажу, как скачать и открыть сайт. Для начала переходим в эту тему и выбираем любой из способов на скачивание. Первый – скачать с контакта. Второй – скачать с торрента. Входим на свой аккаунт. Если у вас его нет, то зарегистрируйтесь. Здесь жмем на «Скачать торрент». Далее выбираем место для скачивания. Чтобы торрент быстрее скачался, выбираем приоритет скорости высокий, а также ограничиваем отдачи. Когда файл скачался, переходим в папку, где он лежит. Поскольку у меня здесь два одинаковых файла, то один из них я удалю. Если у вас нет такого значка и вы не можете открыть скачанный архив, то установите себе бесплатную программу WinRAR по этой ссылке. Нажмите «Скачать» и «Сохранить». Чтобы установить WinRAR, нажмите на него два раза. Нажмите ОК и все. Программа установлена. Теперь открываем скачанный архив, нажимаем на папку левой кнопкой мыши и перетаскиваем в любое удобное для вас место. Архив нам больше не нужен. Открываем папку и внимательно читаем этот файл. Здесь есть два языка, английский и русский. Я выбираю русский, а английский удаляю. Если вы откроете файл .sci, не переименовав этот файл, то у вас будут вот такие вот буквы. Поэтому необходимо переименовать этот файл. Точнее, стереть вот эти вот лишние буквы. И тогда язык у вас будет в порядке. Если у вас Windows 8 и система запрещает открывать сайт, то перейдите в панель управления, система и безопасность. Далее откройте центр поддержки. Слева выберите изменения параметров Windows Smart Screen. Выберите «Ничего не делать», нажмите «Ок» и обязательно перезагрузите компьютер. Все, всем спасибо за внимание.